На сегодняшний день на Суханском молочном комбинате сложилась довольно непростая финансово-экономическая ситуация. Она связана с задержками в расчетах за поставленное молоко сырье и с временным приостановлением выпуска основных видов продукции. Мы считаем, что эта ситуация временная. Вместе с руководителями комбината и представителями собственника правительства Вологодской области по поручению губернатора Олега Александровича Кувшинникова ищет выходы из сложившейся ситуации. Работники предприятия выходят на работу, полностью весь коллектив. Сейчас они осуществляют ремонтные и технологические работы по обслуживанию оборудования. Значит, задолженности по заработной плате практически нет. За февраль всем работникам зарплата выплачена. Фонд оплаты труда составляет 7,6 миллионов рублей. Из них небольшая задолженность в размере 900 тысяч рублей сохраняется. Но до 29 марта все долги по зарплате будут погашены. Ситуацию, связанную с банкротством предприятия, мы не рассматриваем. Точно так же вместе с собственником и руководством предприятия мы прорабатываем все варианты. Предприятие должно быть сохранено, оставить свой профиль работы. Это предприятие знаковое для Вологодской области и, пожалуй, для всего Северо-Запада в целом. Мы выпускаем широкий спектр различной продукции, в том числе это и знаменитое сгущенное молоко. Поэтому мы будем принимать все меры, чтобы предприятие сохранило свой профиль и всю линейку выпускаемой продукции. О банкротстве на сегодняшний день речь не идет и такой вариант не рассматривается.